На 31-м году ушел из жизни американский боксер-тяжеловес Дэнни Келли, Его убили в автомобиле на глазах у семьи. Об этом сообщает Boxing Scene. Спортсмен погиб в ходе перестрелки на дороге. Он ехал с подругой и тремя детьми на праздничное мероприятие, когда рядом остановился автомобиль и неизвестный открыл огонь. Полиция обнаружила боксера на водительском сиденье без сознания. Медики не смогли спасти Келли. Отмечается, что пассажиры автомобиля не пострадали. Трагедия произошла 25 декабря в штате Мэриленд в США, однако об инциденте стало известно только спустя два дня. Полиция проводит расследование по факту убийства. Дэнни Келли завершил карьеру в октябре 2019 года. В последнем поединке он нокаутировал Ника Киснера во втором раунде. Всего на счету боксера было 10 побед, из которых 9 – нокаутом и 3 – поражения.